Отметили по профилю в Сургуте на обновленной спортивной площадке в парке Засаймой. Для любителей физической культуры организовали своеобразный день открытых дверей. Поклонники легкой атлетики получили возможность потренироваться вместе с заслуженным мастером спорта России по кикбоксингу Марией Карловой. Многократная чемпионка мира и обладательница Кубка планеты провела для горожан разминку, после чего более 60 любителей спорта пробежали кросс. В это же время к открытию турнира готовились баскетболисты. На новой многофункциональной площадке запланировали серию выставочных матчей. Но перед стартовым свистком своими эмоциями от нового объекта поделились общественники и спортсмены. Я помню, когда здесь еще была сетка рабица и площадка, закрытая асфальтом, здесь играли и в пинбол и прочее. Самое классное, что это безопасное покрытие, на котором дети могут спокойно заниматься без травм. Начало работ по этому парку началось именно со спортивной площадки. То есть здесь мы можем видеть, что работа пошла, результат уже есть. Продолжение будет, дальше мы видим заборы. Просьба всех огромная потерпеть, особенно хейтеров, которые там как-то негативно к этому относятся, дождаться результата. Парк Засаймой начинает наконец-то преображаться, в нем появляются новые интересные объекты. Я надеюсь, что и в дальнейшем он будет насыщаться все-таки большим количеством площадок, чтобы им было удобно пользоваться, потому что востребованность таких вот, тем более спортивных площадок, очень большая. Спортивную площадку в парке Засаймы обновили по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Контракт с компанией «Среда комфорта» заключили в прошлом году, сдали объект в сентябре этого. Стоимость работ оценивается в 18 миллионов рублей. Добавлю, что в крупнейшей рекреационной зоне города продолжается строительство еще одной площадки. Ее название «Ботаника». Она предназначена для детей. Открытие планируется ориентировочно в середине октября.